Всем привет, ребята, с вами Аид, и сегодня мы будем играть с ребятами в битву замков на сервере Тимолия. Всем приветики, ребята! Да, ребята, всем привет. Салют, салют, ребята. Короче, я буду на базе, а вы идите, давайте добывайте мне все. Давай, давай, сразу на мид иду. Да, добываем тебе все, пингвин, давай. Опять эту карту, подожди, что это за карта? Это карта Tower. Tower, Tower. Это нормальная карта, на самом деле. Хорошая, хорошая карта. Да, хорошая карта. Так, я уже прокачал на 25%. Все, быстрее, 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 забираем да, отсюда все сундуки. Лутаем по фасту. Эй, а так вы можете захватить центр, чтобы там были наши оба, никто там не лутался бы. Ну так это стоит 250, у меня нет. Не, 250? Да. Нифига себе, что дорого. А ну, свалил отсюда, пони, 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 пони. Ты где, ты где? О, какой-то макросник, ну-ка, пошел вон. Так, а, пони. Вижу, 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 пони. я бегу. Пони. Давай, давай, вдвоем, вдвоем его заколотим. У нас красный прям под базу заебует. Давай, 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 выкидываем, выкидываем его. Отлично, почти. Ну, почти, да что ты? Нет, меня на него дали. У меня еще и залагало, кто-то одновременно с этим строил мост. У меня так 10 FPS, я такой летел. 10 FPS? Да. А что происходит? Тут три человека меня бьют. Что? Это что, к нам синий пробрался? Народ, народ, народ. Я убиваю, я убил его, убил, 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 убил. Он как партизан стоит. Слава, ты что его пустил домой? Он золото, это была ловушка. Троянский конь, мы его заманили, он нам золото принес. Три человека на дубо из трех разных команд. Из трех разных команд. Все попытаться пришли. Я с тем дерусь, мы его уже почти добили с тобой, меня кто-то вперед толкает. Зеленый, потом побегает. Тот красный, которого мы не добили, еще синий. Или никто. Стоп. Ну, три разных человека. Ладно, так, ребятки, 37% уже левел 2. Но центр 2, мы давайте. Не захватили, да? Меч, меч, меч покупайте. Так я меч-то купил, уже броню себе купил, все по красоте делаю. Вкачивай давай, а ты покупай. Я вкачиваю? Так я вкачиваю. А кто вкачал-то, по-твоему? Кто пришел и вкачал? Я вкачал! Ты на базе! Ты на базе даже риса ты не получаешь практически. Ты понимаешь, что я принес с собой сундуки на 250 золота, и ты мне говоришь, я вкачал, пингвин? Так, я все сделал с собой. Да, да, да. Пингвин соло вкачивал вообще. Всю игру в соло. Да, на самом деле с игрой, Костян, ты вообще тунеец, конечно. А что такое, что тут красный к нашему сундуку? Пошел вон! Че, наш сундук? Ну-ка. Ты как он мне упал? Так, пони, 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 на него давай, выкидывай, отлично. Вообще офигенно. Аааа! Демастер упал. Но я уже был так близко, чтобы флаг украсть. И упал. Да и упал. Плани удался. Да. А когда риснулся сундук? А почему нас никто даже направо не ходил? Как не ходил? Там просто сундуки, видимо. Нет, там даже путь не простроен, ну че издеваетесь? А у меня не было золота, чтобы строиться, я не успел. Понял, да. Один путь простроили, а второй нет. Так, ой, на меня красный с мечом бежит, как-то опасно, знаете, так что не спасибо. Я жду ресурсы, жду ресурсы. Какие ресурсы? Я хочу еды себе купить. Сундук. Какой сундук? Там ой, почему там чувак с мечом, почему с мечом? Давай его здесь скинем, подожди, пусть он подходит, мы его вдвоем скинем. Бегайся, у вас там тактики. О, сундук! Сейчас за него сундук появится, он отвлечется. Ну, Че, может, пропрыгаем на него? Давай, ладно. Давай, я слева, ты справа. Ладно, наоборот. Наоборот. Давай! Он меня скинул, но ты дошел, Чё, нет? Он меня убил. Вы че там делаете? Вы че, просто выбегаете? Красный зашел, пони, ты офигел! Это что? Ты че, пустил к нам красного? Я его кулаками полупил. Да вот тут он сзади вот за тебя пришел прям. Капец. Нормально, нормально. Сундуки появляются, народ, сундуки появляются. Я знаю, я у красных прям под базой стоял, залутал первый сундук и бегу дальше лутаю. А на миду кто залутает? На миду не знаю, но точно не мы, потому что мы красные захватили. Красные что-то много вообще захватили. Ну да, потому что они-то не дохнут каждые 10 секунд, как мы. А мы не дохли, мы там сражались. Мы не каждые 10 секунд, каждый 15. У нас тактика вообще-то была. Каждые 15. Тактика, мы ее придерживались, да? Да, просто, ну... Тактика. Пацаны, а если я на центр схожу, я смогу его захватить? То у нас, скорее всего, базу за это время захватит. Блин. Да-да-да, сможешь. Нас сможешь, уже стреляет, нас уже стреляет. На меня синий бежит. Ну что тебе надо? Отстань от меня. Нет! На! Я забыл красный спину. Нет, все в порядке. Да там такой болевой прыжок был, если бы вы видели. Фига тут файт, конечно. Я захватил, по-моему, центр, я не знаю. Он. Пингвин, дай деревянный меч хотя бы. Давай-давай-давай, спасибо. Я как раз с ним бегал. Так, ладно, надо купить себе оружие. Ребята, помогите нам иду, пожалуйста, я вас умоляю. Ладно, сейчас приду, пони, разберусь. Пони, я мысленно с тобой и морально. Так, хорошо, ладно, вкину золото в прокачку виапонистера, чтобы он дожил до второго уровня. Купил 48 тыквенных пирогов себе.
Ага, сидел! Я, короче, увидел, у него часть курточки торчит, сидит партизан такой. Сапони, бегу к тебе, ты жив еще? Да, я с мида ухожу, ну нафиг, а то по мне мобу стреляет. Он тут зеленый стоит, я его скинул. Как захватить мид, как захватить мид? Просто кидай на золото, плит. Нужно всех мобов убить и кидать на плиты. Сейчас я приду. А, ну нет, там слишком много мобов. Пойдем я их убью, пойдем я их убью. Да сейчас я пойду, еды себе куплю и брони куплю. Я тебе дал бы. Ну ладно, ладно, приходи, давай, жду тебя. И вот тут золотишко валяется. Так, парни, я хочу закупиться тортиками, пойти своровать флаг. Ха-ха-ха, ты что за дешевый байт такой? Я-то уж так могу, оп-оп. Ха-ха-ха, ну да. Меня что там стреляет. Я синего убил на центре и забрал все золото, которое он лутал. Красавчик, у него много было золота? Сотка. Сотка, нормально. Я думаю, у него было больше, тут же типа меньше дается за золото. Ну да, не вся сумма дается. Так, а какой меч лучше всего покупать? Железный на шатность 2? Ладно, ну как так, по нему? Я не понимаю, не попадаю. Ух, я убил его с трудом. А, кстати, да, вот этот чувак хорошо дерется. Да он просто, я в него попасть не мог. У него пинг меньше, чем у меня. Делать да, я тоже добыл немножко золота. Где сундуки? Почему сундуков вообще? Так, я в центр ухожу, мобов не добил, потому что слишком много было чуваков, я их порешал. Ну я могу с тобой пойти, я отъеду. Ну у меня мало хп, ну пойдем, если я отрегенюсь как-то. Ну ладно, забей, отрегенься пока, потом пойду. Нужны сундуки, просто сундуки. Я, кстати, нам купил мышь, которая будет приносить нам постепенно на сундуке. О, нормально. Понятно, что ты дерешься с мобами, да? Да, PvP с мобами. PvE. Ну что такое, меня Player with enemy, пони, player with enemy. Так, братан, зря. PvP это player vs player. Чувак, братан, знаю, спасибо. Player vs player. У нас синий прям под базой был, лол. Ну так он стоит там постоянно, так крысюкает. Пингвин, он там. Зеленые, да, захватили центр красного. Так, ребятки, у меня есть 10 тортиков. Вы как думаете, этого хватит, чтобы забрать чей-нибудь флаг? Ну погнали на мидл тогда. Там сейчас 2 зеленых там. Я просто дефаю, я на дефе. Я золото. Вон я вижу, бежит желтый. Пойдем. Сейчас смотри, сундук появится. Колдую и... Сундук! Где сундук? Чего сундука нет? Они похилили мобов. О, появился сундук. Ты что делаешь? Дайте зелёный, сначала игроков. Чё, а сундук? Где они? Вон а бегают вот здесь. Все, убегает. Ой, сзади, красный Костян. Ох, ну что ты сразу? Да я вот только заметил, когда он тебя уже бить начал. Чё тебе надо, а? Ну-ка, чё ты стоишь? А ну иди сюда. Видишь ты, какой красный тут на меня стоит, нападает. Все, разобрался с ним. У меня тупо деф-контент, ребят. Может, кому-то тортики отдать? Чувак, ну деф-контент, ты купи себе какую-то броню, если такому чувак придёт. Офигеть, ты они жесткие эти лучники, хватит. Ой, меня стрелять. Слава, на тортики. А зачем собирать? У меня 43 тыквенных пирога, а чё мне твои тортики? А зачем ты такого ты... купил? В смысле, кушать? Так ты, 43? Ты сейчас умрёшь и минус деньги. Нет, я не умру. Ну хорошо, запомнили это, слышали всегда? Он не умрёт. Я не умру. Все, хорошо. Оставлю их при себе. Пони, ты подвел лучников к этому. Не добил? Край. Да ты что, знаешь, чтобы меня лучников добил? Я там 4 человека. Я убил этих лучников, я даже без шмот, я даже без брони туда пришел, убил лучников. 4 человека было, Костян, кому ты из меня не делай героя, аниме сериал. Вы видели пони? Он как ежик, он висит в стрелах просто. Да ты посмотри на меня реально, меня знаешь, кто там лучники дал. Пони воевал. Я убил лучников этих, все, нужно только золото. Народ, вы тоже бегаете. Чуваки, нужно только золото, чтобы захватить. В руках носите, чтобы рисковать. Че прокачивать, Костян? Че тут золото? Нифига себе, ты нам рискич. А, красный один, на базу. Я вижу. Че прокачивать? Ну, Виапонистера по максимуму. Прокачайте, чтобы у нас были алмазные мечи. Алмазные мечи? Алмазные мечи за 500, там у нас за 500 уже прокачка. Я 260. Все, я захватил центр, чуваки, О, нормально. Там сундучки есть? Да, я залутаю сейчас уже, не переживай. Киньте 240, и у нас будет Виапонистер 3, ребят. Ща кину, у меня 900. Я армор пытаюсь сотку кинуть. Фига себе, 900, Слава, ты где так наворовал? Бегал, собирал, видите, Слава бегает, собирает, он не сидит на базе, не собирает фигней. Так, что тут, оружейника надо? Ну, 250, конечно, нормально тогда. Так, давай, и еще там соточку кинь, пожалуйста. Пришел своих зомби наспавнил, а? Еще и сюда сотку? Ну да, чуть-чуть. Пингвин меня без денег оставляет. А, и Слава, ну все, туда в замок, чтобы сделать твою тактику. Давай. Вот это поддерживаю, вот это хорошо. Знаете, такая идея? Так, закупай себе алмазный меч, ребят, закупайте тоже алмазный меч, самый топовый. Отвечаю, макрос не какой-то. Я его убил, не переживай, поня, вот этот Шаинов, он вообще макросник. Я убил его, не переживай, поня. Да, конечно, когда я ему оставил на 2 удара, убил его. Ну так это, я не знаю, что такое слабый. Ой, что это у нас строится белое? Ну, чтобы ты понимал, он меня ни одного удара не сделал, поня.
А что это за пьедестал? Ну, хорошо, ты мастер, ты недавно кричал, я не могу по нему попасть, пинг. Не, ну я не мог, надо из-за пинга, да, из-за пинга не мог по нему попасть, что поделать. Это когда ты противнику не попадаешь, он по тебе бьет, значит у него пинг меньше, и он у него ты уже перед ним стоишь. Да, но он плюс ко всему еще и макросник. Ну, не думаю, он бьет нормально, макросники не так бьют. Я же дрался с Донхом, я знаю, как макросники бьют. Зеленый на центре, брони железные. Ну, не дерись, я чуть-чуть. Нифига, у него железный меч, конечно, жесткий. Ну, да ты не дери... У него железный меч, который на поджигании, фу, железная броня зачаренная. Ну, не дерись с ним. Так, блин, Кост, камон, у меня я без брони, не подраться. Не дерись с ним. Всё так, просто. Ребят, это у нас игра? А замок что, замок у вас прокачали, да? Замок да. Прокачали, на красный бегу справа. О, синий под базой сидел! Он меня убил! Зачем ты открыл ему дверь? Я его убил. О боже, пингвин еще и сдох. Он тортики ставит сверху. Почему, пингвин, я можно один вопрос тебе задам прям вот на стол, на супер интеллектуальный, да? Типа, а почему ты бегаешь с деревянным мечом, хотя дефер на базе? Да, потому что я вкачивал в армора, чтобы купить железную броню. Я вот начал ее покупать. Тебе нужно в первую очередь меч купить, а не броню, пингвин. А меч у меня был деревянный. Вот так я же деревянный макросник. Этот чувак меня сейчас ударил вообще с такого расстояния здорового. Не, расстояние, так это расстояние, это не макросы. Как? А что это? Это пинг. Тут двое, они с киркой, пацаны, он сейчас будет ломать. А там еще один зеленый у нас. Я с вами ничего на шарку 5, не переживайте, все. Сундуки лутайте. О, появился. О, нам центр бы. Зеленый на него. Я вкидываю все в центр, чтобы строилось. У меня мало, конечно, золота. Капец, этот красный самый бесючий противник. Так. А, он зеленый бежит! Помогите! Я построил, я закрыл. Пони, ты не войдешь. Пропадаешь. Пингвин, а ты будешь что-нибудь покупать сегодня? Пингвин, ты будешь играть сегодня? Да, пингвин, мне кажется, да, пингвин играет, что вы пингвину? Мне кажется, да, мы втроем играем, да, втроем. Я столько всего сделал, да, офигенно. Сколько? Давай, что-то взорвали, красный. Ух, нифига, он своих зомби сюда привел. Жесть. Валим его. Он уже прошел дальше. Я убил его. А мы убили пони его убил, пони добил. У нас тут зомби против зомби. Нифига, у нас что за быстрые ломазные зомби? Зомби против зомби. А, кстати, когда еще замок прокачиваешь, у тебя мобы появляются на базе. Это вообще круто. Да? О, да. Алмазный мечик, отлично. Да. Хоть что-то полезное будет. Так, ну что тут у нас? Замок мы чиним, значит, да? Мне кажется, они другие чуваки друг с другом вообще не воюют, тупо к нам ходят. На нас бегают, да, вообще достали, они даже... Они, знаешь, что они начали делать? Слушай, я сейчас выхожу, стоит красный, мне скидывает золото, вот этот Шнейнов. Через 2 метра я его убиваю, стоит синий, тоже скидывает золото. Странные чуваки, они очень странные. Я хочу себе фулл железку. Ну, класс. Ну, типа, алмазные мечи не очень дешево стоят. 45 золота, да, и алмазные мечи на шарку, да. Офигенно дамажит, просто топово. Да, ты, типа, чувака без шмота вообще быстро вырубаешь. Фига, это Шинов мне руку бомбу заводит. Что? Что такое? Что это, мастер? Последи, что меня убило. Магия. Магика. Что? Я просто стоял, ел, меня убило, что? Это была магия. То есть она тебя порчу навели. Че за бред? Че за бред было? Куклу Вуду на тебе взорвали. А как? Кто? Нет, реально, че за рофл? Че за рофл? Нет, а че за... рофл убили. Че за фигня? Это не смешно нифига, типа, мне грустно как-то стало даже в этот момент. Магия. Что за магия? Я просто стоял, ел пирог. Даже рядом... Я армуру прокачиваю. Рядом даже противников не было, понимаете? Никого рядом не было. Я просто взял и умер ни с того, ни с сего. Может, он был в Винвизе маг. Вот я ж говорил, мага надо прокачивать. Нет, такого мага, боже. Короче, его можно отправить на противника нападать. Он в Винвизе будет. Да нет. Ну что, надо что-то делать. Погнали, мы же одеты вообще жесткие. Эм, стой, я там золото. Я только что сдох. Без брони. С алмазным мечом и с кучей золота. Так. Чё, по нашей тактике идем? А ну погнали. Я на миду. Я на дефе. У меня шарпа 5, как по нашей тактике пойдем или чё? Погнали, пойдем. Ну пойдем с тобой. Пингвин на дефе останется. Возьмите тоже немного костной. Так, двое красных через центр бегут, пацаны, у ворот уже. Давайте, я открою им. Открой. Я убил. Хорош. Всё, всех вынесли. Так они без брони, пингвин. Так чё, так всё равно двое. Пингвин, ты можешь информацию давать по делу? Ух ты, тут можно в центр упасть. Я-то думал, там разбираться надо, что-то ещё. Там ещё зелёного убил я в броне фульной. Так что, ребята, можно что-то делать. А вы где вообще? Идём нападать.
Я готов нападать, да. Я иду на базу, так стойте. Идем через центр. Можем через центр потом разделиться и захватить просто у всех. Да, погнали. Они вообще без брони бегают, все цыгане такие, знаете. Через центр? Примерно аккуратнее, там лава. А что? Это я опустил. А как чуваки, туда подняться, чуваки, чтобы... сюда? Смотри, объясняю, пингвин, показываю вот так вот. А, ребята, жду вас. Ну, поднимайтесь. А куда, куда идти, Слава, куда идти? Наверх, на башне сверху. Все, я наверху, Слава, я наверху. Справа, пони, вот тут вот, видишь, мне показали, я тебе показал. Прыгай на заборчик. Как? А, ну, паркуй. Понял. Так, чё, я поднимаюсь. Втроём идем? Втроём идите. Ну ты поставь, Слава, я да, это пойду, все, давай. Все, поехали. Ты на дефе, понял? А вы на кого? Я на дефе, я тогда. Мы сначала давайте на красных, или прямо, давайте прямо. Вот прямо там синий просто спал, прямо через просто прямо, да. Офига вы нахуй. Вот там красный на миду. Окей. За вами такая полоса ушла, это вообще жесть. Пингвин, как а сколько у тебя стаков, Слава? Еще 2.5. А этого хватит туда и обратно, один стак в одну сторону. Ну, чуть, наверное... Не-не, там если один раз нажимаешь, он 4 штуки ставит. То есть один стак Костя это, знаешь, что-то? Костя посчитал. Да-да-да, один стак это, короче, 200... Размер. Погоди, это... Ури! А, кто из пушки стреляет? Они сами все стреляют, это 240 блоков, понимаешь? Один стак это 240 блоков. Ну, математикам. Плюс-минус там, понимаешь, плюс-минус. 240 точно есть. Что, обратно как? Так же? Так же. Берем флаг и уходим. Давай я беру флаг, Слава, или ты берешь? Все, Слава. Выносим врага. Тащи, все, давай, Слава, давай, уходим. Пацаны, у меня синий на базе убил. Все, да. Уходим. Пингвин на базе, синий. Да он меня ложит просто с двух ударов, это что такое? Пингвин, ты как у тебя положение? Ты же железкий был. На базе? Ты ему дверь открыл? Нет, он просто через тортики построился. Сейчас он респаун слишком долгий. Так, ну ты сейчас появишься, у тебя доп хп будет. А он сгорел. Он сгорел, и не зря я лаву разлил. Ловушка сработала. Вот видите, лаву не зря я разлил, я чувствовал, что он сгорит нафиг. Так, может давайте налево пойдем или сразу на базу? Не-не, сразу на базу, дай положим флаг. Или ты хочешь флаги собрать? Я понял, как он прошел, тут прокопал какая-то. А ты почини замок-то. Чини. Сейчас. Ты когда бегаешь, там же написано, когда замок сломан, там красненькая такая горит. А, да, точно, один из трех. Я починил, вот я это красавчик. Мы с вами ловки, вот это. Да, что это за тактика вообще? Так с тобой просто сопровождение, шли какую-то, знаешь, телохранители. Моральная поддержка. Ура, погнали дальше. Слышишь, а есть еще у нас мука? Давайте пойдем, тебе залутаем муку еще и еды возьмем, пойдем. Давай. Погнали, это что за у нас, скажите, крестовые походы какие-то? Пингвин, это почему постоянно без шмота? Почему пингвин всегда голый? Пингвин, ты что, любишь раздеваться? Ничего, понять не могу. Что ты без шмота постоянно? Алло, долго я гореть буду, нет? А ты как в лаву-то попал, Слава? Да, он через первый сошел. Все, зеленые полностью умерли, мы их, можно сказать, убили. Да. Они даже не в курсе, как это... А давайте теперь, знаете, кого убьем? Давайте убьем этого... Убейте? Синих, там один чувак, который, это, мне не нравится. Вообще забавно, когда чуваки лаву разлили, они думают, все, мы задефались. Мы просто поверху бежим. Ну что, у нас сработало это. Ну у нас сработало, Слава, видишь, моя тактика прошла успешно. Все, давайте, добывайте немножко золота. Я взял 3 сотни золота у меня. Нам этого хватит. Только я хочу себе железку купить еще. Костная мука, она же вообще дешевая. А давай поменяемся, слышь? Ну я тебе дам, дай я там золото, на. А что поменяемся, на? Так я тебе дам вот так, хоп. Зачем? У меня есть железка. Апгрейдните броника, не знаю зачем, но апгрейдните. Не, забей, все, идем, я костную муку куплю, мне надо 220 золота. Так, да, мастер, а смотри, я могу смотри, надо, вот так вот, хоп. А, сундук могу. А ты, Слава, купи мне пару пирогов тыквенных. Я закупился по максимуму костной мукой. А где мак у нас? Где... Нам красный бежит по нашей же тактике, слышите? По верху? Да, я его скинул. А, нормально. Он значит, невысоко бежал. Он так долго бежал, чтобы умереть. Нормально звучит. А мы-то выше строились, он просто невысоко строился еще. Так, нам замок сломали, лол. Красный справа. Отсюда можно смотреть за всем. Красный на правых воротах. На правых воротах сидит? Пингвин, а ну-ка, задефай. Так, сейчас. Понял. Пошел отсюда. Понял, дай этот. Ой, вы что, уже уходите? А предлагаю разделиться. Не, нормально, идем. Идете, вы я успеваете? Я тебе скину 2 тортика. Потом. Надеюсь, я не умру, пока их выбираю. Это опасно. Мы за тобой, Слава. Просто видишь, у красных макросер, ты можешь не справиться, Слава. Понял, давай, идем.
Капец, это страшно, оно строится как-то криво. Да, реально. Ну это смешно, пацаны, это смешно. Я нашел нужную. Только не упади, пожалуйста. Он стоит, нас уже ждет, посмотрите на это. О, красный слетел. Их там двое. Их там двое? Да. Ой, я ж не забыл. Мы так медленно строимся, что мне кажется, за нами уже скоро блоки еще. Посмотри, пони, там вот блоки за нами, нормально? Ты че мне говоришь? Тут лучник! А, стройся, строй! Давай! Ставим! Прорываемся! Прорываемся! Лучника! Прорываемся! Они зашли сюда, убиваем! Куча лучников! Убиваем их! Убиваем красного! Красного убили! Я живой! У меня флаг! У меня флаг! Че, Слава, ты умер? Меня, короче, я вниз упал, у меня было одно хп, дальше меня скинули. Так, Слава, у меня не хватит, у тебя есть мука, пони, у тебя есть мука. Нет муки, у меня. Слава, я скинул. А назад идем. А с ними драться, слышишь, с ними драться будем. Иди дерись. Пони, иди дерись. Иди дерись. Я буду с тобой бежать, у меня флаг, я важнее, погнали. Погнали вниз. А вы со стороны красных идете, они справа, да? Я думал, вы тоже закупили себе. Так у меня только стак, у него не хватит. Хватит. Не-не-не. Слава, ты без брони, ты не закупился. Да фига этот на меня. Наискосок же даже быстрее, Костян. Да-да-да, убиваем их. Ага, ну да, конечно, убиваем, проверяем. Мне этот чел просто комбит как собаку, знаешь, типа просто. Я не знаю, как объяснить, он мне удар не дает. Да он меня скинул! Не прошло, да? Я тебе говорил. Но у меня не хватило бы костного кью, у меня было 40 штук, у меня было не стак, а 40. А, ну тогда да, тогда по математике не хватит. Не, ну могли бы, знаешь, что сделать, Костян? Да, нам нужно было просто... вниз, да, и налево, вниз, и налево. И Слава бы подобрал бы. Где-то взорвали что-то. Что? Да короче, они... Вообще меня этот... Чувак, там 4 скелета, я просто на 4 скелетов прыгнул отвлекать их. А, пингвин, для того, чтобы тебе больше ресов приносилось, нужно, знаешь, чтобы тебе было купить? Тебе нужно было максимум закупить этих... мышей, чтобы они таскали тебе сундуки. А что это вообще такое? К нам синие там что-то столпились, синие, что-то вообще... Они типа в сундуке, в эндер-сундуке такое вот яйцо. А, все понял. Бэтмены. За 100 этих, ничего себе. Да, так они принесут за свою жизнь сундуков 50. Ну я вечность буду, короче. Так, они нас тишка закидывают. А, бомбят нам замок, я без шмота, чуваки, если что, я без шмота. Какого фига? Все, починил. Так, мне уже 45 наггетов, чтобы меч купить. Наггеты. Макнаггетс. Парни, вы все без шмота, алё. А, что это за фигня? Прям по замку стреляю. А почему ты до сих пор в золотом шмоте, пингвин? Так я не трачу. Я вон всю Аиду отдал золото. Он же умер, и я ему сразу хоп и дал такой подгон. А что ты мне так не дал, а? Что ты мне так хоп и не дал, а? Так, извините, но на сих пор мне золота не хватит. Подгон. Вообще, на самом деле, если... Ништяки принес. Ну, красные хитро придумали лучников поставить, на самом деле. Нет, давайте еще раз к ним порвемся. Давайте лучше к синим, мне надо к синим, надо к синим. У красных макросник, с ним тяжело драться, давайте лучше к синим. Мы втроем с ним не справились. Не, мы могли бы справиться. Не, я почти ушел, мне осталось чуть-чуть, чтобы уйти реально. Там просто пони слишком быстро умер. Вообще, виноват пони, конечно. Тут же за, ребят. Ну как обычно, да. Не, если бы на самом деле, если бы с самого начала спустились бы вниз, тут наша ошибка в общем была, да? И пошли бы вниз, то думаю, хотя мы могли травой нести, спрыгнуть вниз, и это, флаг бы на что-нибудь подобрал, слышишь? Так, блин, хватит воровать мое золото. Да я хочу купить. Слава, надо было реально, знаешь, как сделать? Мы бы с этой 40-ми этими, листвой бы шли к вам, да? Потом я бы просто спрыгнул вниз, упал, и флаг бы снизу оказался, ты бы его подобрал после моего золота. Ну, я же про это и говорил. Да-да-да. Я же про это и говорил. Но ты бы сразу сказал, пони, я типа, ты сказал уже, после того, как мы умерли. Ну да, тактика не прошла. Тактика не прошла. Просто развернулся, давай вниз. Я такой, типа, ну окей, погнали вниз. Ну а у нас что, я думал, у нас выбора больше нет. Короче, сейчас просто возьму в наглую синих стырю. Давай. Ты что, уже к ним строишься? Да, я уже почти у них. Нифига себе, а я вижу, да. У них вообще защиты нет. Забирай флаг и беги. Флаг стырил. Давай назад. Только на мазу вернись, пожалуйста. Да, я вижу, Слава строится. Сейчас надо, чтобы они меня не успели догнать. Я тебе скажу. Ты стройся, я тебе скажу. Я снизу. Они по низу бегут все, я их снизу встречу, Снизу меня и караулят, а я сверху. Я снизу их встречу, Слава, снизу их встречу. Они строят мост. Я забираю деньги с моста, чтобы они его не построили. Хорош. Они бегут к нам на базу, я убегаю. Кстати, у меня потратилось вообще, по-моему, меньше стака даже. Не-не-не. О, как он так делает? Как он так делает? Он к нам на базу бежит, на базу бежит. Он прошел мимо тебя. Да, он прошел, меня не убил, он как-то пролетел вообще, у него какую-то скорость. Еще один бежит. Не открывайте его, я этого скину. Он мне шмот скидывает, но я его скину.
Что? Я был убит магией! Да, меня тоже магия убила, точно так же. Я в фул вещах, ну... Да-да-да. Не открывай дверь, не открывай дверь, Пингвин, ты что делаешь? Я понял, там синий, я его хочу вот сквозь текстурки ударить. Хитер. Так нельзя. Хитер. Так нельзя? Слушай, не рыпайтесь, 8 минут и мы выиграем. 8 минут. А я могу его упасть и скинуть. А он без шмота. Без брони, без брони. Убиваю, все, заходим внутрь. Заходим внутрь. Он меня байтил, но не думал, что ты спрыгнешь. Да, че, тебе тоже пони магии убило, почувствовал боль, да? Да, классно, я сижу, я думаю, блин, кто меня, что, башня лучников, что ли, убила? Причем за секунду, да, вообще даже без шансов. Пони. Да. Ой, я лагаю, да? Может, а нужно, наверное, на месте стоять, может, это анти-АФК-система? Ой, чё, меня с одного удара убил? На мид взорвали. Анти-АФК-система? Нет, я убивал зомби и решил скинуть золото, чтобы захватить башню, и умер. Это был... Ну, лохайте прикол, мид до сих пор наш. Да, мид до сих пор наш, и нам этот сломали. Да нам замок ломают, я заколебался туда золото кидать. Пацаны, 7 минут продержимся, и мы выиграли. Да кто золото забирает с замка? Пингвин, ну я стырил. Да какого черта, я туда кидаю, кидаю. По-братски стырил. А что ты с этих не покупаешь бабочек? Ой, бабочек этих. А он кайсы взрывает. А как они что закинули? А Пингвин, ты же на дефе, почему ты не покупаешь на мобов? А я не знаю даже как. А почему? О, Пингвин, ну мог бы разобраться уже, пока на базе сидишь. Ааа! Нет, у меня было столько золота! Я ненавижу этого покросника! Ты с ним схлестнулся. Нет, я думал, я не видел его, я прибегаю, у меня 450 золота, я весь центр залутал, он пришел, меня убил и забрал все мои деньги. О, изи бабки. А как он тебя убил? Демастер, ну он с алмазным мечом пришел, я без шмота был. Демастер, хочешь золото дам? Вот засранец, а? Ну он читер, правильно, он же читер. Ну он не читер, просто у него пинг лучше. Не, у меня реально проблемы какие-то с интернетом, чуваки, сейчас. Например, я только что пролагал, вы даже не заметили, не залить, заметили, типа, у меня... Нифига даже... у них там скелетов стоит, это что такое? Меня откинуло назад. К нам синий бежит, ребята, синий, в броне, в железной весь. Вижу. У нас фулл замок сломан. Так, я его откинул, пацаны, сейчас я замок. Подо мной листва пропала. Чиню. Листва пропала, от слава упал? Да, я потом... Я стоял на месте, но не потому, что он так быстро, на самом деле. Он сейчас опять его взорвет. Я вангую, его надо как-то контролировать. Там синего. Красный пошел по моей тактике через верх. Через верх? Так, там еще синий что-то заморозится. Не, синий ушел. А как бэтмены, вот эти бэтмены, они что делают? Они летают, сундуки собирают и несут на базу. Чуваки, тут красный справа пингвин, там красный. Тогда гидаешься, да? Покупаю. Сейчас разберусь. Нет, только не открывай дверь, пингвин, пожалуйста. Он фулл железки, он фулл железки. Так я тоже почти... Так, я залутал немножечко золота, купил себе фулл железку и алмазный меч, неплохо. Неплохо. Нормально ты, Костян, флексишь, конечно. Ну, чтобы подефать. Нам осталось 6 минут продержаться, и все, этот 40-минутный ролик наконец-то будет завершен. Да. Бесконечный, правда? Не-не, он идет вообще-то у нас 27 минут. Я знаю, 27 минут и 37 секунд. Тортики вообще ставят, тортики ж невыгодно есть. Не знаю, почему кто-то... Я не знаю, это пингвин, мне кажется. Тыквенные пироги. Так я их кушаю. Да мастер с самого начала сказал, тортики выгодно. Так тыквенные тортики, я сказал. Так тыквенные пироги, если чё. А они тортики? Да, да, я тебе помогу с этими лучниками. Давай. Чувак, ну когда говорят... Не, хорошо. Я сказал тыквенные тортики, и ты подумал, что это обычные тортики, да? Нет, ты не говорил даже слово тыквенные. Я говорил тыквенные тортики, ты издеваешься? Спасибо за помощь. Так, будем спорить. А чё вы там жжёте, чё вы угораете? Да пони помог. Помог умереть или чё? Я, короче, от мобов убегаю, пони подходит, такой, тут красный, сцена со стороны красный, пацаны, справа красный. О, там на миду красный, еще хочешь слава помогу? Давай, пони, помоги с ним. У красного, слушайте, у красного куча яиц, и он собирается что-то сделать. Что за яйца? С мобами. Он уже спавит мобов. Не открывай дверь, пока пингвин, не открывай дверь. Не открывай. Я думаю, может спрыгнуть на него сверху? Ага, ты встал. А нет, красный за пони бежит. А это тот шайнок, он весь в этом. Ломает? Это что за дырка там с водой? Бей его, не давай ему ломать, бей его. Так, я тут всех зомбиков посчитал, он сваливает. На 4 минуты мы выиграем, 4 минуты. Такой? Это что такое? Что там? Народ, не открывайте дверь, не открывайте дверь. Там какая-то лошадь. Не открывайте дверь, пацаны. Это какой-то чувак на лошади. Закупите шмот, пони, Аид, закупите шмот уже какой-нибудь хотя бы. Он упал на своем коне. К нам сверху строится, сверху красный, оказывается, вы чё? Так нас отвлекали, я бегу. Они стырили. Что это такое? Только забыли, один флаг взяли. Я бегу наверх. Они два взяли. Два взяли? Один. Ну да, их там двое, по-моему. Не-не, у нас... Опа! Вернул флаг! Вы убили их? Так, это что такое? Это что такое?
Какой-то синий прыгает рядом с нашей базой. Народ, народ, народ. А где наш флаг? Вернули два флага. Я вернул, я вернул. Вернули? Синий. Там синий бежит, синий бежит, синий. Сверху ждем, сверху ждем. Пингвин, у тебя флаг на голове. Пингвин, верни флаг, пингвин, верни флаг. А, так он, я думал, он автоматом. Я ПКМ нужно синего. Нажать. Все, а где синий? А где синий? Все, синий полностью слились. Остались только красные? Они, ого, погоди, все флаги у нас? Да, не, а у кого не хватает? У нас три флага. А у красного тоже нет флага? Он стыренный, видимо, кто-то его несет. Он летает, ты видишь его? Не, это античит. Офигенный античит, который летает. У Калина все античит. Не-не-не, ну это есть такой античит. Челик летает, типа, он тебя бьет, подлетает тебе, это, например, Канакилауру. Ну это еще с этого, как его... Фига, Слава, ты куда упал? Парни, живите, так я пойду и еду. Это что такое? Что за магия? Кротовья нора. Магистр. Это красный, смотри, красный стырил флаг. Чуваки, через 3 минуты все будет в порядке. Стоп, тут желтый на нашей базе, я... А, мы желтые. Ты желтый, ты че? Слава, желтый это мы. Вот видишь, смотри, пингвин, ты на базе? Да. Вот смотри, видишь? Так, вижу, это че? О, сундук тащит. Да. И куда он принесет? Так, ребята, смотрите, я понял, раз у них скелеты выше, я пойду просто по центру. Я вам еды скину, ребята, подбирать. Смотри, сундук, смотри, сундук. О, видишь? Вау! Если ты понял, что брал. Да, у меня нет, мне броня нужна, дайте купить. Пусть купит. Так, я вижу тут тортик. О, я похаваю тортик. Ну, не зря не строили. Я иду, я продвигаюсь, все нормально. Что, ты к ним рашишь? Да, и красных рашу. В атаку, ребят, в атаку. А майт можно скрин? Да, брат, можно. Можно скрин после катки. А, меня снова заметили, да что им надо? А ты что без шмота, Слава, идешь? Ты что, бессмертным себя вещество? Давай, ты мастер, отвлекай их сверху. Не-не, я пошел обратно. Ты мастер? Слава, до свидания. Всего доброго. Все, там расскажешь, как это было, там как потусил. Помогите. Помогите. Нужна помощь. Помогите. Начинаю ходить кругами. По тебе стреляют из лука, да, Слава, да, я догадаюсь? Да. Ой, еще сундук тащит. Нифига себе, хорошая мышка, не зря две-три мыши. Я купил мастер еще мышь. Я купил еще мышь. Да еще мышь. Я еще две мыши купил. Да зачем они не успеют дотащить? Нет, они, так они разные сундуки тащат, ты че? Ну хорошо, ну типа 50 секунд осталось, 40. Нахожусь над базой врагов. А вдруг нас украдут, и у нас еще плюс 1000 минут игры. Да не, я не согласен, ребят, вы че? 35 секунд, ребята, 35 секунд. Я сейчас еще одну мышку, погоди. Дай золото, дай золото, дай золото, дай золото. Золото, ой, я вижу, как мышка несет, мышка несет. А, мышка красный несет, слышишь? Красный пошел на нас строиться, он очень быстро бежит. Максимум, ну вверх бежит, да? Ломает, ломает, ломает! Он сейчас добежит, 20 секунд, да, красный поверху идет. А он... Я убил красного. Ты убил? А на поверху, поверху, который убил? А поверху я не убил, нет. О, он идет, идет, реально. Так, пацаны, 10 секунд, я вижу, а 10, он не успеет, он не успеет. Не успеет, я здесь стою, он не успеет. Он куда-то пошел влево, он не понимает, что 4 секунды, 3, 2, 1, победа! Победа! Спина устала. Строится по небу, спина устала. Боли в спине, да? Вот, но это была жесткая катка, да, ребят? Да, согласен. Так что я советую, да, подписаться на наши каналы, поставить лайки, да, значит, что еще поит? Написать комментарий и оставаться такими же крутыми и веселыми. А всем адьос, да. Да, всем пока. Пока, ребят. Я сейчас еще раз. Поехали.